По трагичной статистике, за лето детей тонет столько же, сколько за год погибает в автокатастрофах, а всего в мире около 500 000 человек. Я придумал, получил патент и произвожу вот такой самоспасатель, как я его назвал, хелпер. С ним удобно плавать и детям, и взрослым. А если начал тонуть, то потянул запуск, и вокруг шеи сразу надувается спасательный круг. Аналогов по эффективности оказания самому себе первой помощи нет. Они пока не дешевые. Но если на государственном уровне решить закупать для детей перед летними каникулами, то при таком объеме цена приемлема. Тем более мы говорим о спасении жизни. Такой подход поможет создать современное производство у нас в стране. И с таким богоугодным товаром можно выходить на мировой рынок, ведь хелперы станут такими же привычными, как ремни безопасности или каски для горных лыж. Как вам такая идея?